Я слушаю тебя, гражданин. Приветствую. Продолжай, пожалуйста. У меня есть свободная постель. 20 золотых за ночь. Ты хочешь взять ее? Очень хорошо. Комната находится вверх по лестнице, первая дверь налево. Приятных сновидений. Чего ты хочешь? Что? Ты хочешь стать бойцом арены? Ха-ха-ха-ха! Ты только посмотри на себя! Даже моя бабушка одолела бы тебя одной левой. Жаль, она умерла. Мы набираем новобранцев. Тебе это интересно? Если тебе это интересно, обратись к Велене Донтон в Короле, или к Казану в Анвиле, или к психиатру. Неплохой магазин. Особенно, если тебе нужно быстро раздобыть пару септимов. До свидания. Говори. Как Привет. Поживаешь? Привет. Салют. Добро пожаловать в постоялый двор «Новые земли». Лучшее место, где можно выпить в Чейдин-холле. Нельзя нарушать законы. Плати штраф или отправляйся в тюрьму. Все украденное тобой будет конфисковано. Надеюсь, ты сгниешь там, преступное отродье.